Это топ самых дорогих скинов в CS GO. Спортивные перчатки ящик Пандоры в износе прямо с завода, что довольно-таки большая редкость, так как их существует чуть более десятка в мире. На бафе цена составляет 125 тысяч юаней, что в переводе на рубли 1 миллион 400 тысяч. И между прочим, это самые дорогие перчатки в игре. Нож, бабочка, кровавая паутина, Star Trek прямо с завода, очень редкий предмет, и в магазине он выставлен за 130 тысяч юаней, а также продается только в количестве одной штуки. На планете существует всего лишь 8 таких ножей, а цена за этот скин составит чуть больше 2 миллионов рублей. Стартрековский нож с лезвием крюком, кровавая паутина, на продаже висит за 150 тысяч юаней в количестве одной штуки. В рублях эта сумма доходит почти что до 2,5 миллионов. Не забудь подписаться и поставить лайк.